Выступая на крупных международных стартах, перед боем я всегда вспоминаю свою семью. И придает мне уверенности то, что моя семья всегда в безопасности, и государство следит за моей семьей. К слову, в 2022 году в Мексике я занял серебряную медаль на чемпионате мира. И впредь я буду выступать на соревнованиях очень уверенно и спокойно, так как знаю, что моя семья всегда в безопасности, и государство заботится о нас. Мы семья спортсменов, которые всегда за здоровый образ жизни. Из такой семьи рождается здоровое поколение, которое станет нашим достойным продолжением. После завершения своей спортивной карьеры я решила вложить свои знания в процветание художественной гимнастики, тем самым внести хоть малейший вклад в развитие этого вида спорта в нашей стране. В обновляемой Конституции Республики Узбекистан наше подрастающее поколение и каждая семья находится под сильной защитой нашего государства. Дорогие соотечественники, поэтому давайте не будем безразличны к предстоящему референдуму и будем принимать в нем активное участие. Вступайте в наши ряды и не будьте безразличны к своему будущему.